Ледовые представления Ильи Авербуха уже третий год подряд можно увидеть совершенно бесплатно в парках Подмосковья в первых числах декабря. В этот раз шоу называется «Чемпионы». В костюме серой мышки и розовой пачки красавица Евгения Медведева, заслуженный мастер спорта международного класса, представила новую программу под музыку из «Щелкунчика». Титулованные фигуристы Анастасия Игнатьева и Алексей Усков выступили со своим шуточным представлением. Шуточное-то оно шуточное, но дух от него захватывало, и голова кружилась. Алексей Ягудин представил свою знаменитую программу «Зима», с которой он взял золото на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Увидели зрители его легендарную дорожку шагов, которую он сам придумал. Откатал Алексей и более развлекательную программу с элементами, которые на спортивном соревновании не провернуть. Получить 5 от чемпиона мира – прекрасное впечатление от гала-шоу «Чемпионы». Легендарный фигурист не только показал класс на льду, но и поговорил с одинцовцами. Потому что мы как в детстве совершали первые шажочки на льду, а потом вырастали и побеждали. И вполне возможно, что сегодня здесь кто-то вот из этих молодых в будущем, влюбившись в фигурное катание, сейчас этим вечером станут чемпионами. Так что удачи вам, ну а нам, взрослым, всегда быть поближе с вами и слушать их, и всячески помогать. Тем более следующий год, 24-й, год семьи. Всего в этом сезоне запланировано около 20 представлений, организованных Ильей Авербухом и Татьяной Навкой. Они пройдут практически во всех городах региона. Впереди еще много событий. Зима в Подмосковье только началась. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцова».